фигурантам дела о перестрелке в Княжичах избирают меру пресечения. Печерский райсуд Киева должен решить дальнейшую судьбу троих руководителей столичной полиции. Накануне им вручили подозрение. О том, что сейчас происходит в зале суда, мы узнаем у Ольги Теребинской. Она следит за процессом и сейчас с нами на связи. Оля, здравствуй. Есть ли решение? Добрый вечер, Наталья. Сейчас в Печерском райсуде избирают меру пресечения Леониду Куряте, экс-начальнику уголовного розыска столицы. Подозревают его в превышении служебных полномочий, организации умышленного убийства, приказе подчиненным стрелять на поражение. Сторона обвинения просит содержание под стражей. Адвокаты же настаивают на личном обязательстве в качестве меры пресечения. Заседание длится до сих пор, а слушание по двоим другим подозреваемым еще даже не начиналось. Вчера генпрокуратура вручила подозрение троим руководителям главного управления столичной полиции. Их подозревают в возможной причастности к трагедии в Княжичах. Напомню, произошла она 4 декабря 2016 в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии, столичные оперативники совместно с работниками Курда готовились задержать группу злоумышленников, которые воровывали дома. Во время операции в соседнем доме в Княжичах сработала сигнализация и приехала на место группа охраны. Наряд принял оперативников за воров и пытался их задержать. За последних вступился спецназ, началась перестрелка. В результате погибли 5 полицейских. Главной причиной в полиции называли несчастный случай, но в генпрокуратуре с этим не согласны, настаивали, что это убийство было умышленным. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей, 8 человек уволили, 12 получили служебное взыскание. Со временем глава МВД Арсен Аваков признавал, трагедия в Княжичах – результат недоработки полиции, но окончательных выводов, почему произошла перестрелка и, главное, кто ее начал, нет уже более 9 месяцев. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская из Печерского райсуда Киева. Там избирают меру пресечения троим фигурантам дела о перестрелке в Княжичах.